Поехали. Направо. 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 Спасибо. Все свободно. Даже если ты слышишь команду направо, у тебя есть всегда секунды-полторы, чтобы закончить движение. Так все шикарно. Все очень прикольно. Попа вся видна. Все углы у тебя стали хорошие. Просто проходимся еще раз, чтобы это у нас все влетело. И все. Даже можешь совершенно спокойно расслабиться настолько, чтобы делать все, что ты хочешь. То есть проходи, все позы ты в остальном выставляешь. Да, вот такой у нас результат за 3,5 месяца. Начали мы подготовку ровно за 4 месяца. Совершенно из другой фигуры. Соревнования будут в СКК. Направо. 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 Спасибо. Я на соревнованиях не буду. Я в этот день буду в Таллине. У меня день рождения 1 апреля. И, соответственно, мы с супругой уезжаем. Нет, супруга меня не ревнует. Надеюсь, Аня у нас пройдет. Все будет хорошо. Направо. Зовут Аня. Направо. 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 Спасибо. Шикарно видна попа. Хорошо. Постарайся ее не перекрывать руками, когда ладошку ставишь на поясницу. Ну, ты когда ее ставишь сюда, на пояс, ты так красиво видна мышца, а ты ее перекрываешь частично руками, да. То есть, может быть, чуть-чуть ее, ну, смотреть, да. Чаще надо выходить в эфир, да, но сил нету, либо связи нафиг нету. А так вот. Направо. 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 Спасибо. Гошан, тебе тоже огромный привет. Да, как это вы не знали, что я этим занимаюсь? У меня в основном тренируются девчонки. Я девочкам делаю красивую фигуру. Правда, я не очень люблю соревнования, а так мы делаем постоянно. Эта проходочка еще одна будет. Хорошо. Направо. 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 Спасибо. Аня, какой у тебя рост? 154. У Ани рост 154. Над пластикой помогала нам Наташа Лисукова, жена Алексея Лисукова, ходить. Но у Анечки и так достаточно все неплохо. Когда у меня тренировки по армрестлингу, только-только восстанавливаюсь, думаю, через какое-то время. Направо. Сейчас отлично, попа видна была. Направо. Я не знаю, сколько они лет. Направо. Направо. Великолепно. Все на самом деле. Все хорошо. Можешь больше не заморачиваться, да. Переодевайся, начнем тренировку. Где будете выступать? В СКК в этот раз будут проходить соревнования. Раньше они всегда проходили в ЛДМе. Когда будем выступать? Выступать будем 3 апреля. Меня с Аней не будет. Я буду в Таллине в этот момент. Кстати, если кто-то из Таллина у нас есть, пишите, звоните. Мы проведете, покажете интересную экскурсию.
Купанова. Что дал спортивный клуб армии? А как буду праздновать? С супругой будем в отеле. Что про Energy Diet? Как и любое спортивное питание, она по большому счету просто сетевой маркетинг. Все посчитано, все рассчитано, но все гораздо дороже, чем кажется. А наша девушка зачем это? Это кто написал? Вы что имели в виду? Лисаков здоровый тип? Да, Лисаков здоровый тип, это факт. А так, что у нас хорошего? У нас осталось несколько еще тренировок до соревнований. Я думаю, порядка 4 или 5. Нет, это не супруга, это клиентка. Супруга у меня на работе. А у моей супруги завтра операция, завтра поэтому у меня не рабочий день. Вот вины вводные не смотрю, алкоголь можно, если тренируешься, можно немножко. Супруге завтра будет операция на гланды, она пройдет у нас коротко и быстро. Ну, соответственно, выходные будем отдыхать. Что лучше, тренажерный зал или групповые занятия? Групповые с кем? Тренажерный зал формирует правильный мышечный каркас. Групповые же занятия – это все-таки аэробика на всеобщее похудение. В общем, все. Грудные, да, аккуратненько качаю. Так, тут вошли у нас ребятки, видно, которые абсолютно настроены радикально против меня. Зачем девушка красивая фигура? Девушка красивая фигура? Зачем? Любой девушке хочется иметь красивую фигуру. Зачем блокировать уродов? Уроды раз написали, два написали, а если дальше они пишут, то, в общем, значит, у них, помимо всего этого, еще и с интеллектом плохо. Что привело меня к такому образу? Свобода. Так. Как попасть ко мне на тренировку? Напишите в личку в ВК, и, соответственно, мы все обсудим. Почему Шпак? Вы не поверите, но это фамилия моего отца. Что с глазами, с губами, а что с ними? Такие хорошенькие, сочненькие. Можно тренироваться с грыжей живота? Можно, но надо, чтобы ее не защемило, и почему тогда ее не убрать? Губы тоже накачал? Нет, губы свои. О, чтобы меня поймали дагестанцы, так у меня много хороших друзей дагестанцев. Зачем меня ловить? Я сам к нему в гости приеду. Но я тебе смогу гордиться, разумеется. Такие соревнования, Ванечки, соревнования по бикини. Можно ли делать на фарме детей? Не получится. У нас холодно. Сегодня первый день потепления, и потихонечку будет уже вроде все теплее и теплее. Весна же наступает, бедежнее скоро. Так, ну что, я пошел тренировать Анечку. Всем спасибо, всем до свидания. Постараемся выйти завтра в перископ, как раз перед операцией с супругой. Все, всем пока, всем спасибо, до новых встреч.